Активисты Андреев Танеев и Евгений Максимов решили пристыдить депутатов за бюджет еще до начала заседания. С провокационными плакатами они встречали парламентариев у здания мэрии. Например, Андреев Танеев проект бюджета считает сырым. Сокращение расходов по некоторым статьям нанесет серьезный удар по горожанам. Большинство депутатов просто проходили молча, опустив глаза. Это они от стыда, считает один из пикетирующих. Два депутата, Плотников и Масленкин, вышли и поддержали личным присутствием своим, пожали руку. То есть они, конечно же, будут голосовать, я уверен, против этого бюджета. А остальные депутаты будут голосовать за этот бюджет, потому что люди совершенно не самостоятельные и голосуют по указке.